Мне не стыдно взять пакет с вещами на помойке. Давайте сделаем разбор вещей вместе. Я уже выложила все, что было в пакете. И первая вещь – это большая глиняная утка. Внутри покрытие глазурью. Пишите, если знаете, для чего эта вещь. Шикарная ваза для цветов. Есть небольшие царапины внутри. Ваза из тонкого стекла. Смотрите, какая красивая. Набор из 16 тарелок. Видно, давно ими не пользовались. Каждая тарелка с разными изображениями. Сделано во Франции. Ну а эти богатства лежали на дне пакета. Я выбрала самые красивые. Довольно большое перо, кулон в виде 50 центов, большая деревянная пуговица, фигурка слона. Это что-то очень красивое. Крестик из камня. Еще фигурки животных и другие мелочи, а еще натуральные камни. Я все проверила. В детстве я обожала подобные вещи. Это были мои сокровища.